Это зимний микс Шотландия, премиум Виктор называется данная позиция, 35 килограмм весит, свитшот новый с этикеткой, Марк Спенсер, 36 европейский размер указан, получает 42 российские детские, трусики мальчиковые, размеры только, к сожалению, не знаю, 5 штучек здесь, Человек-паук, куртка, скажем, демисезонная, искусственный мех у нас на капюшоне снимается, замочек работает. Да, работает. Куртка, по-моему, еще новая. Размер указан средний, М-ка. Состояние очень хорошее. Да, по-моему, куртка новая. Далее, толстовка размер L. Тоже новая толстовка с этикеткой. Тут, кстати, категория крем, поэтому тут очень много вещей с этикетками обычно бывает. Сейчас посмотрим, что у нас в этом мешке. Атмосфера размер 40 указан европейский, соответствует 46 российскому размеру. Тоже в хорошем состоянии. Женские брюки, марка Савьер, и размер, к сожалению, не знаю, но, по-моему, 40 или 42, то есть размер маленький в данном случае. Женская юбка, Марк Спенсер, размер 42 указан европейский, соответствует 48 российскому размеру. Это трусы, 100% хлопок в указанном составе. Толстовка с капюшоном, размер XL. В отличном состоянии, без катышков, резинки не растянутые. Вот не знаю, как это уги назвать, детские, да? Черепашки-ниндзя. Размер 13. Что за размер, не знаю. Марка Джордж. Состояние отличное. Прикольно, таких еще не было. Так, платье среднего размера. М-ка. Сороковой европейский размер указан, тоже еще одна теплая юбка, 46 российского размера, в хорошем состоянии. Это снуд, снуд обыкновенный, простой. И шарф, в хорошем состоянии. Мужская рубашка среднего размера, М-ка. Мужской джемпер марки Tommy Hilfiger, размер 2XL, то есть размер большой. В составе хлопок, по-моему, 100%, если не ошибаюсь, и платье. Кстати, если помните, да, у нас в Шотландии в премиум Винтер было очень много платьев. Далее, штанишки детские. 18-24 месяца, это получается 1,5-2 года. Так, мужская рубашка новая с этикеткой. Рукава длинные здесь. Марк Спенсер, размер средний, М-ка. Состояние хорошее. Кстати, вот пока без катышков, без пятен. Футболка, 34 указан размер, скорее всего 40 получается российский. Так, это шапка-шарф, тут еще кармашки есть, видимо, для рук. Детские штанишки марки Next на 3-4 года, свинка Пеппа, та самая. Женские брюки большого размера марки George, 42-33 написано, но размер большой здесь. Какой именно, не смогу сказать. Так, дальше флисовая толстовка среднего размера М-ка, тоже в хорошем состоянии. И еще одна мужская толстовка XL. Катышков нет, пятен нет. Детская куртка от 9 до 12 месяцев, без видимого износа, в хорошем состоянии. Платье новое, да, с этикеткой. Размер 14 указан, соответствует 48 российскому размеру. Рубашка мужская. 100% хлопок указан в составе. Размер, по-моему, L-ка. То есть примерно 50-й. Марка Атмосфера. 48-46 российские размеры получаются здесь у нас. Так, это вот так. Жилетка. Европейский 42 указан, соответствует 48 российскому размеру, мех искусственный. Так, на 5 лет новые детские джинсы. И вот еще один джемпер с этикеткой 46 российского размера. Так, еще одни новые брюки.
33-34. Указан размер. Так, и юбка очень теплая. Размер маленький, правда, S-ка. Так, мужские трусы. 100% хлопок указан в составе. Размер, видимо, это 48-й. Так. Скорее всего, это Джордж. На 6-7 лет. Детский джемпер. Джинсы новые. Размер 30-32. То есть размер средний получается, небольшой. А, нет, это не размер. Размер 32-32. Ну, близко. Среднего размера женские джинсы новые в упаковке. Вот еще одни. Правда, размер здесь поменьше. Состояние хорошее, без видимого износа. Шапка вот такая. Так, с этикеткой. Еще одна шапка у нас. 70% хлопка и 30% шерсти. В отличном состоянии, без видимого износа. Шапка с отворотом. Детский, назову чепчик, детская шапочка маленькая. Детские варежки. Так. Размер не указан, но то ли M, то ли S. Джемпер марки George. Женский джемпер большого размера. Кстати, да, без катышка, в хорошем состоянии. Это у нас аксессуар для волос. Что-то такое. Далее детские колготки. Тоже свинка ПП. Марка Next, размер указан 16 здесь. Соответствует у нас 16, по-моему, 50 российскому размеру. А детское платье. Тройка, видимо, на 3 года. Колготки новые. 110-116 сантиметров указан рост. Примерно на 5-6 лет. Новые детские колготки. И так, это что? Шапка, по-моему. Да, это шапка. Новая шапка в упаковке. Еще одна шапка. Женская. Сороковой размер указан европейский, соответствует 46-му российскому размеру. 38-й указан размер, получает 44-й российский. Марка V, это теплые женские брюки. Искусственная дубленка, размер 4-й. Ну, похоже на M-ку. Состояние хорошее. Марка George, детская танковка. Кстати, вот сейчас модно, да, вот эти... Вот один мишка и другой мишка. Так, марка Атмосфера, юбка 46-го российского размера, теплая юбка, и толстовка среднего размера, то есть М-ка, размер М с капюшоном. Марка Next на 3 месяца. Мужской джемпер Марк Спенсер, размер указан L. Напоминаю, что это Шотландия, зимний микс. Так, Марк Спенсер XL. Весит 35 килограмм. Мужская, женская, вот еще детская одежда тоже попадается. Категория крем, вещи без видимого износа. Этикетки есть. Дороти Перкинс, 44-й европейский размер указан. Так, новая, по-моему, блузка это 50-го российского размера. 10-й здесь указан размер на этом платье. Соответствует это 44-му российскому размеру. S-ка, размер маленький. Мужской джемпер маленького размера. Так, S-ка. Шапка. А, это комплект. Новый комплект состоит из шапки и из пары перчаток. Такие вот перчатки. Кстати, много аксессуаров, да, в этом мешке. Детский слюнявчик. Футболка маленького размера S-ка. Так, джемпер марки какая? Это у нас Франция, по-моему. Состояние хорошее. Индиго, линейка Марк Спенсера. Размер средний, небольшой.
Женский пиджак 40-го европейского размера, соответствует 46-му российскому. New Look размер 10 здесь указан, то есть туника получается примерно 44-го российского размера. В этом мешке, по-моему, в основном размеры небольшие, если я не ошибаюсь. Так, платье вот еще одно. Примерно 48-го российского размера. И на 3-4 года детские штанишки. 104 сантиметра там указан рост. Марка Esmara, размер M-ка. То есть примерно 46-48 российский размер получается. Платье маленького размера. Футболка. И еще одни джинсы. 42-й европейский размер. Соответствует 48-му российскому. Так, эска, флисовая толстовка маленького размера, джинсы, 14 указан, опять получает 48-й, в основном 48-й здесь у нас размер присутствует, да, 46-й, 48-й, так скажем, средняя. Так, вот 44-го размера юбка теплая, еще одна юбка марки Марк Спенсер, примерно 46-го или 48-го российского размера средний получается размер. И теплая юбка марки Марк Спенсер. Так. Далее XS. Новая футболка с длинными рукавами, скажем, да, женская. Этикетки нет, но наклейки вот остались. Это блузка марки Джордж, размер средний вновь, то есть небольшой. Так, это что? Это снуд с капюшоном, по-моему. Да, капюшон, что-то такое. Марк Спенсер. Так, для новорожденных получается написано месяц. Марка Зара. Женские джинсы небольшого размера. Так, 38-й европейский здесь указан, соответствует 44-му российскому размеру. Женская блузка. Без этикетки, этикетку оторвали. То есть бирку оторвали. Так, тут размер 28-й, очень большой размер. М-ка, размер средний, то есть 46-48 примерно. Трусики свинка Пеппа. У нас уже три, по-моему, вещи были. 5-6 лет. Указан возраст на трусиках. Колготки были, по-моему, свинка Пеппа. Да, штанишки. Болеро. Новые с этикеткой болеро. Перчатки. Марк Спенсер. Размер примерно 48-50 российский. Марка Next, женская кофта маленького размера, 8 там указан. Футболка S-ка, размер маленький. Так, еще одно платье, платьев много. Так, L-ка. Тоже вот L-ка. 32-й размер здесь. Пальто небольшого размера, в отличном состоянии, без видимого износа. Так, 46-й размер. Российский имею в виду. М-ка, размер средний. Л-ка, это мужской джемпер. Хотя, если честно, на Л-ку не особо похоже, больше похоже на М-ку. Марка Зара, М-ка. 46-й, 48-й. Да, по-моему, я чаще говорю М-ка. Тоже вот примерно 48-46. Теплые штаны с начесом, тоже М-ка. Без катышков, без видимого износа, в отличном состоянии. Мохито, Элька. Мохито у нас польский бренд. Лыжные штаны. В отличном состоянии, без видимого износа. Тинсулайт это теплый получается. Размер только не вижу, примерно 48-50 российский. Так, S-ка, тоже вот этикетки нет, подтверждающий, что вещь новая, но сохранилась наклейка.
А Лупилу 110-116 сантиметров указан рост, в отличном состоянии детский джемпер. На 3-4 года. Какой-то плащ, похоже, как будто из карнавала, помните? Карнавал был. Так, 14 размер здесь указан, это соответствует 48 российскому размеру. Что-то пуговица, по-моему, неправильно немножко застегнули. Ну ладно, так и оставляем. Это блузка. Так, искусственная шуба. Кстати, вот в этой партии присутствует верхняя одежда. River Island, размер 14 указан, соответствует 48 российскому размеру. Обычно курток практически не было в Шотландии. Сейчас вот пришли куртки в этой партии. А марка Binotti, размер XL, это женская куртка. Состояние хорошее, но есть одно но. Вот тут есть небольшие, незначительные следы тоналки. Тоналка, она никак не выводится, не отстирывается. Чуть-чуть. Сама куртка хорошая, размер большой. И все, да? А последняя вещь, остались, по-моему, это колготки. И на этом все.